месте. Ну а дальше будущее ваше, вот в ваших руках, вот в молодых руках, вот этих всех политиков, пусть они сделают Россию свободной, справедливой, чтобы человек, каждый человеку был равен, все были равны в правах, никто не унижал друг друга ни по нациям, ни по религиям, все чтобы равными были. И чтобы города, деревни все свои права получили, вот самостоятельность. Вот такую жизнь сделайте, а я вам дорогу туда это проложу, надо будет силой проложу, чтобы это устранить вот этого Путина. Ну а дальше свободную Россию делать будете вы. Сделайте обязательно, вот как я говорю, чтобы люди были свободными, чтобы была справедливость, чтобы человек с человеком был равным. Вот такую новую Россию вы создадите, и все будет нормально. Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Габышевы проведут психиатрическую диагностику, которая основывается на беседе с пациентом, уточнение истории жизни и болезни. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы. Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Александр Габышев, который в марте направился пешим походом из Якутии в Москву, в четверг был задержан на трассе Байкал в Бурятии. По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте 2019 года начал пешее путешествие длиной в 8000 километров из Якутии в Москву. В общей сложности поход должен был продлиться 2 года. С начала путешествия он прошел около 3000 км. Привлек множество последователей. А вот что думают о его поступках другие шаманы? Здравствуйте. 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 Мы встречаем вас. Поговорили с вами. Да, мы как раз остановимся. Вот эти самые. Воды попьем. Хорошо. Ставим дороги. Телек. Александр, давайте отойдем дороги. Пойдем на стоянку, давай, все хорошо. Мы там на стоянку остановимся. Машки нам не бежать. Здрасте, гости. Очень красиво. Вот это гора. Священное место. И на священном месте обычаю. Священная гора. Конечно. Уважение вам тоже почется. Хорошая встреча. Ой, добрые, хорошие. Здравствуйте. Уважение встреча, уважение вам выражаю. Верховный шаман Республики Бурятия. Ай, спасибо. Махтал. У нас такое же обычай есть. Также мы гумнами встречаем. Молодцы. Вот у нас вот такая... Вот я недавно в мае был в Германии. Ага. Там был якут, шаман. Его звали сейчас то ли Ханга или то ли Хулек. Хулек звали сейчас. И там собрались все шаманы мира. Ох, какое событие-то, а? Ага, Южной Америки. Ага. Северной Америки, Африки были 20 шаманов, ага. С Австралии, с Азии, Сибири, и вот именно был такой
очень большой слет, и здесь собрались вот люди, скажем, вот европейцы, около было 30 тысяч человек. Как красиво-то, а? Ой, как красиво, да, ой, красиво. Здесь мы вот, знаете, почему мы пришли встретить вас, помолиться? Вот пришли, потому что вот ваша риторика, ваша, говорит, я хочу идти с войной, хочу разжечь войну, хочу убить людей. Вот. И последнее вот возмущение капли было то, что вы когда начали проклинать вот наших людей, детей, внуков, я думаю, шаманы так же. И вообще, шаманизм... Это спрашивайте меня, я буду отвечать. Да, да. Так я напрямую вам передам, какой я есть, а не там через информацию. Вот да, такой да, спрашивайте, да. И я вам отвечать буду. Да. Так будет это, вы увидите меня самого настоящего, а не через интернет, там другие лица. Хорошо. Вот поэтому спрашивайте вот, вопросы. Вот ваши вот именно вот друзья, как говорится, они все снимают, многие, да, вот если взять, да, посмотреть, вот они снимают. И ложь выкладывают о вас, понимаете? А теперь вы мне напрямую спрашиваете, их тоже не обращайте мне. Вот а, я все, вами хорошо. Вопросы задаваю. А тогда зачем вы рядом себе вот их? Не, вы хотите меня истинного узнать, задавайте истинного, мне вопросы. Насущные вопросы, я вам отвечу. Истинного вот я есть. Шамана. Не через узнать. Них, не через и интернет. Вот, он. Вот я спрашиваю, Александр. Угу. Прокопьевич, да? Угу. Я вас спрашиваю, почему вот вы, как шаман, вот нарушаете основу нашей религии, шаманизма? Вот. От Урала до Тихого океана живут очень много национальностей, очень много шаманов. Вот. Нас очень много, вот со всей Бурятии сегодня собрались, и живут шаманы и в Якутии, и в Энков, и в Энов, Хакасов, тувинцев. И так далее. И вот именно основа религии, которая говорится не убей, не враждуй, приноси людям гармонии, приноси людям свет. А почему вы это нарушаете и зовете людей на войну? Вот вы истинный шаман или вот почему так говорите, что шаман идет, шаман вот. Мы за это очень беспокоены. Один вопрос, задайте мне, самый главный. Ну вот это самый главный. Мы за чистоту. Самое главное, это я настоящий шаман или нет? Да, настоящий шаман так не делает. Вот я спрашиваю вас. Я настоящий шаман или нет, спрашиваете, да? Да. Я отвечаю, да, я шаман. Дальше. И почему вот вы нарушаете основу религии, гармонию? Я шаман-воин, так мне велел Тенгри. Вы шаман. Нет, слушай, Александр. Мы, однако, друг друга не слышим. Давай я тебе объясню. Есть в любом религии каноны, заветы, заповеди. Но ты вступил в священную землю шаманов-бурятов, ты не мог без нашего ведома так идти и проклинать наших детей, внуков, там кто был там. Очень много писали. И второе, ты взял наш святое, вот это, религию, сделал войной. Шаманизм. Именно шаманизм никогда не враждовал. Тенгрианство историю, никогда не было такого. Историю сперва изучи, потом говори, что шаман воин. Именно шаман остается. Да, мы все, то, что ты говоришь, прошли, именно посвящались обычаю своему. Но если пожив, шаманом никто не стоит. Да, тенгри могут сказать. Может, хозяева местности. Сандр воин. Рука справедливости. Кем хочешь называться, но не шаман. Потому что ты задеваешь нашу сокровенную веру. Испекон веков наша вера. Предки поклонялись и уважали. И ты взял с говном перемешал. Мы не дадим. Мы против. А вы за? Но пускай идет. Вы идет. Его дорогу не идет. Давай, пускай шаман. Ты не шаман, подожди. Ты стой.
Ты сам скажи, ты, вот твои люди стоят, вот и все блогеры стоят. Ты скажи всем, я не шаман, или воин, скажи, хоть кем, Распутин. Просто воин, скажи, Александр. Или рука, или что, но только не шаман. Как его право? Его право. Нет, конечно. Нет, конечно. Вы молчите на. Из Тарасы, я будущий шаман. Если человек имеет право говорить, что он шаман. Посвящения не было. Какой он шаман? Какой он шаман-воин? Сколько я стоит отвечаю. Посвящение? Я саха. Я шаман-воин. Все? Ну, вот а это можно пройти? Народ. Давай. Что ты приходишь? Стой, стой, стой. Стой. Алексей. Да я скажу. Пусть до конца. Уйдет. Слушайте. Конституцию сюда не вписывай. Свобода передвижения. Конституцию здесь не бери. Вы религию не трогайте, пожалуйста. Из Якутии что подумают о бурятах? Вы что делаете-то? Пускай снимают. Я житель Бурятии. Это я. Если вы за мир, за нас вообще не считаете. Дайте нам проход. Дайте. Вы за мир, братья Якутии. Вы за народ. Вы за скажете. Вы за мир. Вы за мир. Правильная пропаганда. Он вам ответил. Он вам ответил. Он шаман воин. Шаман так. Один вопрос задайте мне. Самый главный. Ну вот это самый главный. Мы за чистоту. Самое главное это я настоящий шаман или нет? Да, настоящий шаман так не делает. Вот я спрашиваю вас. Я настоящий шаман или нет, спрашиваете, да? Да. Я отвечаю, да, я шаман. Дальше. И почему вот вы нарушаете основу религии, гармонию? Я шаман-воин, так мне велел Тенгри. Нет, слушай, Александр, мы, однако, друг друга не слышим. Давай я тебе объясню. Есть в любом религии каноны, заветы, но ты вступил в священную землю шаманов-бурятов, ты не мог без нашего ведома так идти и проклинать наших детей, внуков, там кто был там. Очень много писали. И второе. Посвящения не было. Какой он шаман? Какой он шаман-воин? Сколько стоит отвечаю. Посвящение? Я саха. Я шаман-воин. Все? А это можно пройти? Народ. Давай. Что ты, блин, слышишь? Стой. Ответ получили. Алексей. Да я скажу. До конца. Уйдет. Слушай. Конституцию сюда не вписывай. Свобода передвижения. Конституцию здесь не бери. Вы религию не трогайте, пожалуйста. Из Якутии что подумают о бурятах? Вы что делаете-то? Снимайте его. Пускай снимают. Я житель Бурятии. Это я. Если вы за мир, за нас вообще не считаете. Дайте нам проход. Дайте. Вы за мир, братья Якутии. Вы за народ. Вы за скажете. Вы за мир. Правильная пропаганда. Он вам ответил. Он вам ответил. Он знает, что делать. Руби Айхал. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Мы хотели объяснить этому человеку, что ты не шаман. Раз ты нарушил заветы, ты нарушил основу религии, значит, ты не шаман. Что говорили? Чтоб я не был шаманом, был просто воином, я сказал, нет, я шаман воин. Ага. А здесь долго сейчас останавливались? Целый час, наверное. Час?
Говорили, говорили, говорили. И вроде не я говорил. Они говорили, говорили. Я один-два только слова успел ответить. Идем. Только вперед. Тенгри сказал вперед, вперед. Charles, yeah.